опрокидывает его на спину и проводит повторную атаку. Вот посмотрите еще раз, как это делается. Удар, захват, бросок на спину и повторная атака. Повторные атаки, они тем и коварны, что если защищающийся слишком промедлит или неправильно проведет защитные действия, то атакующий воспользуется его ошибкой и удачно контратакует. Посмотрите медленное исполнение этого приема. Удар ножом снизу, захват предплечья, поворот на 180 градусов, попытка проведения болевого приема перегибанием локтя через плечо,